Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет видео вот такое вот. Как вы знаете, у нас есть животные. Мы для них заказали вот одну штучку. Сейчас мы вместе с вами откроем и посмотрим, что за штучка пришла для нас. И она в пенопласт завернута. Видите, как продавец хорошо упаковал. Нашла, где открыть. Я так долго открываю пусто. Я не могла найти, где она открывается. Такая вот коробочка. А в коробочке еще одна коробочка. По-другому мне никак не скажешь. Вот эту убираем. И вот эту оставляем. Здесь сразу видно, как их вырезать надо. Наверное, вы уже догадались, что в таких коробках отправляют обычно хрупкие вещи. Как вы знаете, у нас есть агамы. На последнем видео вы видели две агамы. А если перейти на Светкин канал «Жизнь домашних животных», вы уже, наверное, знаете, что у нас появилась третья агамка. И мы заказывали уфлампу. Вот такую вот. Уфлампа пришла нам она. И давайте посмотрим комплектацию. Это провод включать-выключать. Вот такой вот. Здесь еще дополнительный проводочек, если надо будет. Крепление для уфлампы. И давайте достанем же аккуратненько саму уфлампу. Вот такая вот наша уфлампа. Сейчас мы ее аккуратно развернем. Я стараюсь все делать очень аккуратно. Все, ребята, уфлампа вот такая вот. Она целая, неповрежденная. Сейчас я все везде перепроверю, не дай Боже. Все, хорошо, она, ребята, целая. Вот такая вот большая лампа. Ссылочку, если вам надо, я могу оставить в описании под видео. Вот такой вот получается к ней проводочек. И вот такой вот еще дополнительный, как подарок, видать, бонус положил. И вот такие вот крепления. Все, в ближайшем время мы доделаем наш террариум. Пока они у нас, как вы знаете, живут в контейнере. Ну, вот такая вот в общей сложности лампа. Лампа большая, хорошая. Пришла упакована, видите, вот в какую коробочку она плотненькая такая. Продавец молодец, позаботился об этом. Вообще, мне прям нравится все, как он сделал. Поэтому я 100% рекомендую это продавца. И сейчас я вам постараюсь показать, где наши агамки сейчас на данный момент живут. Вот у нас наши агамки. Сейчас открою крышечку, и будет лучше видно. И видите, теперь у нас три агамки. Вот маленькая, это тоже девочка, зовут ее Вишенка. У нас мандаринка, персик и Вишенка. Да, теперь у нас три агамочки. Все живут пока не в одном контейнере. И вот такие вот дела. Но это я отдельное видео еще сниму, поэтому вот как-то так. Если вам понравилось сегодняшнее видео, сегодняшняя распаковка, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всем пока-пока. И проходите по ссылке на Светкин канал. Всем пока.